Сними одежду с торса. Таков обычай. Рас Аль-Гул славится своей беспощадностью. Но если есть хоть шанс, сейчас последняя возможность им воспользоваться. Выбирай оружие. Мне было 11, когда я убил впервые. Я помню его лицо, как свет покидал его глаза. Столь мутная граница, почти незаметная, между жизнью и смертью. И мне стало стыдно, ибо я украл у человека самый ценный дар — жизнь. Но я чувствовал кое-что еще. Гордость. Потому что я не сложил оружие перед тем, кто стремился навредить моей семье. И я понял, что совершенное мной было необходимостью. Видишь ли, я заменил зло смертью. И в этом предназначение Лиги. С тех пор я убил еще много тысяч человек, сделав этим мир лучше. Ты больше не заберешь чужую жизнь. Нет. Ты живешь свой последний день. Мы готовы. Я тебе завидую. Ты встретишься с ней раньше меня. Дерись, мальчишка. Ты безоружен. Я заберу твои мечи, когда они станут тебе не нужны. Ты продержался дольше других. Не бойся, сын мой. Смерть настигнет нас всех, и избегать ее бесполезно. Так уйди же из жизни с честью. Прости его и смилуйся. Отпусти ему его грехи. Встреть его с почестями. Защити его от участи могилы. И пытки пламенем.